платье, надела яркий свой наряд. Сегодня праздник, школьный праздник у всей страны, у всех ребят. Здравствуйте, уважаемые учителя, дорогие родители, ученики и гости нашей торжественной линейки. Сегодня прекрасный день. Сегодня начинается новый учебный год. И в сентябрьский день погожий, и когда шумит февраль, школа, школа, ты похожий на корабль, плывущий вдаль. Сегодня наш школьный корабль отправляется в длительное плавание на целых 9 месяцев. Как корабль, школа в этот день, в цветах она пестреет и поет. Прощай, каникул, сладостная лень, плывет за знанием маленький народ. На наш школьный корабль прибыла команда отважных мореплавателей. Это ученики первых классов. Встречаем команду первого А-класса и классного руководителя Бекер Веру Адамовну. Мы начинаем свой учебный процесс в 3 этапа. Учащиеся первых классов начинают учебный процесс в 11:00. Учащиеся вторых 11 классов начинают учебный процесс в 14:00. И 4-й класс начинает свой учебный процесс в 8:00 в здании школы номер 2. Если у кого-то какие-то возникают вопросы, пожалуйста, приходите, звоните. Вся информация размещается на сайте школы и в объявлениях. Итак, всего доброго, успехов! Внимание! Yeah.
Школьной жизни в этот час. Давайте дружными аплодисментами поприветствуем их. Очень важный день у нас, ведь пошли мы в первый класс. Стали мы учениками, радость нам, волнение маме. Я пришла, о, удивление, здесь мальчишек просто класс. И теперь, без сожаления, я шагаю в первый класс. Мы теперь ученики, мы уж не проказники. Создадим свою страничку на сайте «Одноклассники». Я сегодня не один, и мама с папой тут. Они же тоже, как и я, сегодня в первый класс идут. Напоследок объясните самым юным морякам, долго ж плавание продлится по бушующим волнам. Под белый самый-самый вниз кает звонок. До скорой встречи, мама, а мне уж на ок. В рыжей шубке лисий осень постучится. Украшают листья букваря страницы. Радостно цветами школа встретит нас. И шагают мамы с нами в первый класс. Смотри, что это прямо по курсу? Ой, кажется, это пиратский корабль. Да нет, это же наши выпускники. Даем им слово. Дорогие ребята, давайте сейчас с вами поиграем в пиратскую игру.
Смотрите и повторяйте движения за нами. Смотрите. Левый борт, шаг влево. Правый борт, шаг вправо. Нос, шаг вперед. Корма, шаг назад. Пушечное ядро, все присели. Адмирал на борту. Давайте теперь вместе с выпускниками. Давайте. Левый борт. Правый борт. Нос. Корма. Пушечное ядро. Адмирал на борту. Давайте еще раз. Левый борт. Правый борт. Нос. Корма. Пушечное ядро. Адмирал на борту. Давайте под музыку. А теперь, друзья, звонок веселый на урок ваш первый позовет и вас. За годы эти мы много узнали, большую гору книжек почитали, а теперь по нашему пути вы. Мы только 7, а нам уже 17. Детство никогда нам не вернуть. Поэтому хотим тебе признаться, что новичкам завидуем чуть-чуть. Наша школа дорогая, скоро мы расстанемся с тобой. Год помчится очень быстро, стала ты совсем родной. И родные педагоги столько знаний дали нам, а теперь свои дороги выбирает каждый сам. Желаем вам прилежно всем учиться и о том не забывать, что нашей школой вы должны гордиться и честь ее повсюду защищать. Thank you.
небо рвутся разноцветные шары пятерки. Сегодня их запустят выпускники и первоклассники. А желания загадаем мы все. И пусть они у всех нас обязательно сбудутся. Открытий новых. Итак, наступает торжественный миг. Минуту внимания, замри, ученик. Сейчас он раздастся, наш первый звонок, и нас пригласит на первый урок. Право дать первый звонок предоставляется ученику 11 класса Помешкину Сергею и ученице 1 класса Баевой Анастасии. Много открытий он нам принесет. Новые предметы, новые друзья. Классы ждут любимые учителя. На этом наша торжественная линейка закончена. Право проводить первоклассников на школьный корабль предоставляется нашим выпускникам, 11-классникам.